Сегодня в Архангельске представители молодежных и общественных организаций провели торжественную линейку. Поводом для нее послужил День весны и труда, который страна отметила накануне. Каждая рабочая неделя в областном молодежном центре начинается с традиционной линейки. Сегодня на ней побывали представители профсоюзов России. Объединил не только праздник 1 мая, но и желание сотрудничества. Если говорить про Архангельскую область, то численность членов профсоюза составляет более 80 тысяч человек. Среди них четверть – это молодежь. Молодежь в возрасте до 35 лет. Поэтому нам так важно и актуально развитие молодежной политики в Архангельской области. Мы готовы и хотим совместно работать с молодежным центром и агентством по делам молодежи в этом направлении. Профсоюзы и молодежные организации работают сообща по вопросам трудоустройства, профориентации и безопасности труда молодежи. У нас сегодня существует огромная сеть советов, работающие молодежи на предприятиях крупных. И мы точно так же с коллегами активно сотрудничаем, проводим ряд встреч, где мы рассматриваем вопросы, опять же, профориентации молодых людей, их нацеленности на те профессии, которые сегодня востребованы у нас в регионе. Уже скоро в Коряжме пройдет форум для работающей молодежи. На нем особое внимание уделят включению молодых людей в общественную жизнь предприятий и их участию в развитии нашего региона. Лидия Папушин, Антонина Лебедева, Денис Линчевский, регион 29.